Балаклаве. Сейчас проведем вам небольшую экскурсию по набережной. Мы с Катюшей опять путешественницы, две лягушки. Решили сегодня заняться дайвингом. Да. Маленький секрет. Что у нас получится? Мы никогда этим не занимались раньше, поэтому будете наблюдать довольно, наверное, смешные сценки. Я уже поделилась переживаниями по этому поводу. Мне очень страшно, я вообще, в принципе, боюсь глубины, и когда я не достаю ногами до дна. Для меня это немножко... И теперь мне уже... Я об этом не думала, но сейчас меня это тоже волнует. Я имею прекрасную черту характера накрутить кого-то другого. А вон, посмотрите, башни наверх. А ну-ка, покажи ребятам, девчонкам башни. Можете загуглить Балаклавские башни. Мы не знаем, куда сегодня попадем или нет. Очень надеюсь, тут их целая череда. Там есть даже где-то бочка смерти вот наверху. Да. Отсюда ее не видно, к сожалению. Я почему-то всегда думала, что она вот так, левая. 700 которая. 700 с человека. 300 с той стороны, все запомнили. 700 здесь, 300 там. 300 с той стороны, ну нам туда, нам по 500. Да, тут очень много кафешек, я смотрю, такое все. Здесь, наверное, отдыхает богема. Да, элита, слитки общества. Смотри, на каждом шагу вот буквально 3 метра и мусорки. Везде мусорки. Тем не менее, бочки валяются. Я, конечно, не такая прям зазноба, но можно и попадать иногда. А иногда можно брать веничек, да, если не попадаешь, зрением плохо. Да, как носить его за собой, да. Вот куда бы ты пошла на романтическое свидание? Здесь? Да. Не, ну конечно, на яхту «Принц» или как он называется. Она сделана деревом, он там балкончик. Или на прогулочку вот нас пригласят, а мы пойдем на свидание. Если выживем после дайвинга. Будем надеяться. Домики продают, так что кто заинтересован в покупке, он на втором этаже. Телефон, тут надо зум такой. Да, морские экскурсии тут круглогодично, поэтому если у вас не было времени отдохнуть летом, пожалуйста, приезжайте зимой. Вас обязательно. Ну что, пойдем на романтическое свидание с тобой, может, ну его этот дайвинг? Вот смотри, прямо туда и хотел. Пойдем меню посмотрим, кстати, очень покажи интересно. Покажи костюмы, в которых мы можем. Вот я это место почему-то очень хочу обойти. Мне очень интересно, но... Друж в коленях говорит о том, что надо идти дальше. Мне хочется посмотреть цены, чтобы прицениться. Выбрать самое дорогое, чтобы на свидание не плашать. Давай я подержу, а давай. Смотри. Так. Что нас интересует? Блюдо от шеф-поваров. Кстати, тут смотри, какой выбор. Да. Салат из капусты. Хочешь? Хочу. На козу, если похоже, тогда это для меня. Первое блюдо, горячее блюдо, фрукты. Но оттуда, кстати, пахнет, если честно, прям вот столовой. Поэтому, если у вас... Да, если вы голодны, мимо вы не пройдете. Или пройдете, даже я пройдете. Не вижу коктейли. Холодец есть зато. Это банкетный меню. Ты же свадьбу как-то это прогнозируешь, смотри, мысли материальны. Холодец на свадьбе. На свадьбе холодец дают? Или на других мероприятиях? Я стараюсь об этих мероприятиях не думать. По-моему, на Новый год делать, нет? На Новый год, да. Стараются не делать уже, мне кажется. Ну что? Да, ну вот обзор еще раз, да, и поплыли с Богом, потому что время уже, да? Ну, да. И вот обзор посмотрите еще разочек. Да посмотри, просто какая тут замечательная Балаклава.